нашим расчетам, цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. Шлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Астра-1, еще чуточку вправо, окей? Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что тут такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС, подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... Светофора никая. Ты только посмотри. Черт. Ладно, теперь мы должны объединиться с остальными. Капрал Дан на позиции. Есть.
Звезда! Звезда, стой, стрелять буду! Эй, не стреляйте, я отзыв забыл! Я просто связной, не стреляйте! Правильный ответ Техас, солдат. Что у тебя? Полковник маршал объявил сбор в точке Виски Хоутел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным. Идите к Виски Хоутел. Ты все слышал. Идем. Дан, иди первым. Есть. Идем. Это здание Эйзенхауэр. Белый дом на той стороне. Хрип, нам надо именно туда. Дан, проверь, он жив. Мы прикроем. Он мертв.
противников. Занимай позицию, только тихо. Позицию занял. Стреляй. Илья. Как насчет тех ребят внутри? А что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Я уж не знаю, что хуже, уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру. Да. Тихо. Я что-то заметил. Не стрелять. По своим? Не знаю. Звезда. Прикрой меня. Звезда. Ну скажи, Техас, черт возьми. Скажи. Контакт. Выходим. Вперед. Иди за движением. Илья. Мы на месте. Принято. Отставить разговоры. Рамирос, займись. Какая печать? Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались.